Гранатович Наталья Николаевна, сотрудник Центральной муниципальной библиотеки города Краснознаменска. Стихотворение Николая Зиновьева «Роща обелисков» дорого нашей семье, потому что моя бабушка вместе со своими братьями и сестрами, их было 6 в семье, пережила Курскую дугу и страшное время Великой Отечественной войны в Курской губернии. Роща обелисков. Вдали от пальмы тамарисков, вдали от северных морей, есть роща белых обелисков на древнебрянщине моей. И смотрят 22 березы на этот белый мавзолей, а по щекам их белым слезы на древнебрянщине моей. И словно белые бельканты перед смертельной белизной, они поют над белым камнем в метель и в радугу и в зной. Стою я, памятью распятый, а среди белой тишины блуждают отцветы заката, как тени красной войны. По зову зарева вдали солдаты шли, редеи шли. Кого-то наспех в разноплач у старой церкви хоронили. За пепел молодости мстили, целуя полковой кумач. И колокол в закате бился в крови, как сердце. Натиск рос. Теперь в России обелисков так много видишь средь берез.